Всем привет! Сейчас будем испытывать самодельный колун. Обычный колун, таких в ютубе полно. Но фишка нашего видео в том, что колун подсоединяется к мотоблоку. Причем очень удобно и просто. Работать можно где угодно, хоть в лесу без электричества. Такого в интернете я еще не видел. Морковка с обычной левой резьбой. Вообще желательно делать двухзаходную резьбу. Но у нас не было возможности такую выточить. Когда резьба двухзаходная, морковка легче входит в чурку. Приварили пластину для того, чтобы была возможность ломиком подпирать чурку, так как на морковке резьба однозаходная. Вал расточен под шестигранник. Шестигранник мы купили на рынке. Они спокойно продаются. Отверстие под штопор. Другую сторону будем одевать на ось колеса. Вот наш мотоблок фирмы Вейма. Здесь усложненная коробка скоростей. Есть повышенные и пониженные передачи. Для подключения колуна нужно приподнять мотоблок. Для устройства изготовили такие стойки. Это задние стойки. Простая конструкция, труба в трубе, отверстия под шплинты и ограничители. Швейлер сотый, подкрепление мотоблока. Вот ограничители. Когда упираются в ограничители, совпадают отверстия, и мы штопорим. Вот передние. Просто две трубы сваренных под углом немножко больше, чем 90 градусов. Начинаем сборку. Одеваем передние. Стопорим. Теперь задние. Снимаем культиватор. Ставим. Все очень просто ставится. Палец. Теперь поднять. И зашплинтовать. Все, конструкция установлена. Снимаем колесо. Одеваем шестигранник на наш колун. Шплинтуем. Шплинтуем. И подключаем, одеваем на ось. Опять шплинтуем. Взяли три чурки, одна мокрая, одна сухая, одна мокрая и корявая. Все с сучками. Поехали. Включаем первую повышенную. Попробуем мокрую. Маленькая скорость, надо вторую повышенную включать.
Включаем вторую повышенную. Нормально пошло. Попробуем сухую чурку. Сейчас корявую берем. Все работает, но есть небольшие недоработки. Первое, вот этот клин должен быть уже. Нужно приварить пластину, толстую одну пластину. И причем обрезать ее так, чтобы здесь она была параллельно морковке. Вторая недоработка, это на морковке все же должна быть двухзаходная резьба. Тогда не будет необходимости в ломике. Третья недоработка. Стойки должны быть регулируемые, для того, чтобы хорошо можно было установить на любой поверхности. Но в целом результатом довольны. А у меня есть новость. У нас появился сайт, в котором много полезной информации, и каждый 100% из вас найдет для себя что-то интересное и полезное. Ссылку я оставлю в описании под видео. У меня все. До новых встреч.